Приветствую вас, друзья! Наконец-таки вышла долгожданная крупная DLC для игрушки Гидромир. Называется она «Путешествие на Волколидус». Помимо этого DLC, также разработчики обновили основную версию игры. Причем крупное обновление, много чего поменялось. Там изменилась абсолютно механика. Теперь техника у нас управляется гораздо лучше. Переделаны некоторые предметы, ресурсы. В общем, на все это надо смотреть и изучать. Там, я давненько уже не играл в эту игру. Я проходил, есть у меня сезон. Даже два сезона, если ошибаюсь, по этой игрушке. Правда, один у меня не до конца пройден. А, да, первый сезон, это когда игрушка была, можно сказать, почти в бете. Второй сезон, это когда начинали играть и закончили вроде на фермерстве. Совсем забыл эту игрушку. В общем, давайте посмотрим, потестим. Я купил DLC буквально, не знаю, без комиссии в МТС-банке. Там буквально копеечная комиссия. То есть пополнил Steam, даже меня друзья попросили, я им тоже без проблем пополнил Steam-кошелек и купил это DLC. Итак, давайте посмотрим. Мы, наверное, скорее всего, начнем новую игру. Потому что старый я даже и не знаю. Ну, тут я тестировал, немножко запускал, посмотрел на этот мир, что там поменялось. Вот. Тут у меня старое сохранение. Вот это у нас, пофигеть, я что, 2 года назад играл в нее? Вот это время летит. Достижения Steam выключены. А почему? Достижения Steam отключены для этого сохранения. Включен творческий режим. У меня галочка не стоит. Так, нет, 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 достижения мне нужны. В общем, ладненько, давайте начинаем новую игру. А почему? Подождите, включен творческий режим, либо установлен мод. А ну-ка, подождите, моды установленные. Отключить, короче, все, не надо. Отключить. Новая игра. Но я все равно? Почему? Ладно, мне, конечно, по барабану сейчас на достижение. Мы сейчас не начинаем новую игру, а просто хотим, ну, посмотрим, что там за новостов и что там интересно такого. Короче, ладно, давайте временные. Время назовем. Облако, я даже не знаю, да пофиг, давайте сохраняем в облако. Блин, а все-таки достижения почему отключены? Очень творческий режим. Ладно, с этим попозже разберусь, давайте начинаем новую игру. Ну а прежде чем начать, хочу порекомендовать вам канал на ютубе по названием Kelfunny. Здесь есть где остановиться и посмотреть прохождение различных игр, таких как Frostpunk, Half-Life Alyx, Kerbal Space Program. Да тут даже есть, твою мать, моя любимая игра Station Ears. Топовая начинка стримера не даст вам наблюдать низкий FPS или слайд-шоу в играх, а отличный микрофон даст вам приятное прослушивание при просмотре любого из видео, без каких-либо шумов, скрипов и постукиваний клавиатуры. Всем привет, дамы и господа. Продолжаем играть в Station Ears. В общем, присоединяйтесь на канал и начинайте проходить все игры на этой планете вместе с Kelfunny. Все ссылочки в описании под видео. Ну а мы продолжаем. Мы появляемся, как всегда, вот на этом кусочечке. Кусочечки, а ну-ка, карта тут, я уже немножко забыл. Давайте, карта у нас находится здесь. Сейчас мы отправимся на тот остров. Что-то читал в описании, что даже добавился маркер игрока на карте. Ну-ка, давайте берем. Да, действительно, видите, вот Эмбор Грейдл, и там квадратик такой. Да, маркер появился, и это очень классно, потому что раньше, когда вот ты начинаешь новую игру, или когда в нее не играл, ты вообще абсолютно путаешься. Итак, ну тут, в принципе, все без изменений. О, кстати, можно с помощью правой кнопки мышки увеличить. Офигеть. Ну, за это отдельный респект разработчиков. Ладно, не будем тянуть резину, давайте сразу садимся в наш грузовик, который пока что на этом острове. И погнали, посмотрим, что же там у нас добавилось, что поменялось. Как писал разработчик, поменял он, вообще изменилось, короче, управление во многих, ну, во всех транспортах. Добавлен крутящий момент, прям такой усиленный, как вот настоящий дизель. Короче, я не знаю, пока что я может, просто давно не играл, поэтому я даже, подожди, стой! Добавилась новая механика. Так, ладно, ну, поедем тогда сокращать пути, так уж и быть. Что случилось? О, я вижу остров, вон он вулкан, нам ехать туда. Кстати, интересно, можно пешком туда доехать? А мне кажется, вряд ли. Мне кажется, вряд ли, я даже стараться... Ну ладно, давайте... Не, там какая-то гора, поэтому, скорее всего, вряд ли. Ладно, не будем мучить, короче, никого. Просто поедем на Титанике, который тут пристыкован. В здание забегал, я посмотрел, ну, в принципе, ничего такого нового тут не подобавлял разработчик. Я вот не понимаю, почему вот эти вот
Укашатился в хату, ничего не добавляет нового. Тут как бы, ну, все примитивное, старое, уже несколько лет, ничего не добавляется. Вот эти стулья уже, которые приелись. Ну, можно добавить что-то и новый интерьер какой-то, чтоб, ну, просто было приятнее играть. Давайте высаживаемся здесь. Journey — это Volcanoes. Путешествие на Volcalidus, точнее. Путешествие на Volcalidus. В общем, погнали. Кстати, тут вот стоит значок. Типа, мы с собой не можем взять никакие предметы. Ни деньги, ничего. Ни технику, ничего. То есть, ну да, разработчик это продумал. Вот. Единственное, что сейчас мне не понравилось, это то, что я думал, не будет загрузочного экрана во время путешествий. Поначалу я, ну, зашел в корабль, так, конечно же, осмотрелся, что тут интересного, куда можно зайти, куда можно там что-то там сложить или украсть. Ну, короче, ничего такого нету, просто можно так походить вокруг, сюда зайти, сюда. Это, так понимаю, мостик капитана, не знаю, или просто... Просто. В общем, давайте, нажимаем вот этот рычажок, самый главненький, и отправимся на этот остров вулканический. Вот, и нажимаем. Нажимаем, я сказал. F, E. А, все. Тут я такой радостный. О, блин, неужели разработчик все-таки... Мы сейчас поедем. Да, поплывем по морю. Я думал, разработчик класс. Ну, а потом происходит следующее. Происходит загрузочная хрень, которую я вовсе не ожидал. Но можно было какую-то или анимацию сделать, либо... Не знаю, ну вот это меня, честно, сильно взбесило. Ну, потом, ладно, хрен с ним. Все-таки разработчик в этой игре один. Парень молодец, занимается. Респект ему, конечно. Возможно, в дальнейшем что-то он тут придумает. Ну, что ж, а мы тогда давайте с вами дождемся загрузки и посмотрим на новый мир. Что ж, друзья, мы подъезжаем. Вон у нас вулкан. Затмил всю атмосферу своими выбросами. Бедный озоновый слой. Все тут в углекислом газе, пепли, короче... Ну, ладненько. Выходим и давайте осмотримся на новую локацию. Посмотрим, что же тут интересного. Тут, короче, я так понимаю, зимний биом. Везде один лед. Очень классно посмотреть на новую механику добычи, там переработки. Я совсем немножко уже забыл, как играть в эту игру. Там столько у меня логики раньше было, столько автоматики, пулеметики. Короче, надо будет все это дело вспоминать. Но будем вспоминать, если только... Вы захотите, чтобы я проходил эту игру. Итак, тут ждет меня какой-то тип с каким-то типочком и какими-то охранниками. Ах, так ты, Гидронир, о котором мы слышали. Добро пожаловать на Волкалидус. Все здесь совсем по-другому, но ты разберешься. Здесь нет источников воды, но есть машины, работающие на лаве. Вы продвинетесь далеко, если поможете восстановить город Ньюглюит, но пока ближайший ювелир находится в этой гавани. Мне нужно, чтобы ты отнес это на Даунрест. Эта местность находится к югу отсюда. Возьми грузовик, который мы оставили рядом с этим кораблем. Она нам дает сразу задание и дает грузовик, с помощью которого мы можем передвигаться по этому острову. Этот грузовик останется с нами. Вот, задание принимаем, потому что, по сути, вот эти сейчас задания, которые даются в начале, это экскурсия по острову, где мы можем посмотреть, что же тут интересного добавили. Принимаем вот этот ящик. Значит, нам нужно, короче, королевская служба доставки, нам нужно доставить в рассветный отдых какой-то Эльзи, вот эту вот штуку. Шутик, однако. Ладно, берем. Давайте, пошли вниз. Посмотрим, как отсюда выбраться, где этот грузовичок. Да, друзья, кстати, как вот король сейчас нам сказал, или кто там, не король, там, может, какой-то принц, я не знаю. Нам придется тут восстанавливать город. Причем тут строить магазины или какие-то здания. Я пока не знаю, как весь этот процесс происходит. Но довольно интересно, как все это будет выглядеть в будущем. Вот он, грузовичок. Нам тут также дают карту. Давайте сейчас вот это бросим здесь. Посмотрим на карту. Разработчик пишет, что карта это в 6 раз больше той стартовой, на которой мы всегда играли. Ну, так я не могу ничего сказать, конечно. Мы сейчас находимся Люмбертион Харбур. Короче, на причале. Вот, вон, видите, квадратик синенький. И тут у нас даже есть, видите, лопатка нарисована. То есть участок есть. То есть тут мы можем также начать потихоньку свое производство, копание.
добычу, переработку, автоматизацию и все в таком духе. Короче, нам нужно доставить... А куда нужно доставить? Рассвет на отдых. Так, ну замечательно, тут перевели, а тут не перевели. Рассвет. Рассвет — это у нас Sunrise. Downrest. Вот у нас грит восклицательный знак, нам, короче, ехать надо туда. Вот, в принципе, сейчас, если мы выйдем прямо и на перекрестке, где-то там будет стоять какая-то Эльзи. Или Элиза. Не, Эльзи, да? Ясненько. Давайте. Карта. Не надо. Ты мне еще понадобишься. Закидываем сюда. Садимся в грузовичок. Как я уже и сказал, друзья, грузовик у нас работает на лаве. Очень хочется посмотреть, как мы будем таскать ведра с лавой, раскаленной, расплавленной, гигантской температурой. И будем заливать в этот грузовик. Ладненько, погнали. Кстати, пока мы отсюда не будем уезжать, давайте посмотрим, что в этом городке. Посмотрим, что у нас вообще тут продается. У нас сразу, конечно, тут встречает лавовые трубы. То есть тут у нас работает все походу на лаве. То есть это у нас получается уже не гидронир, а лаванир. Так, ладно, с этим мы разберемся. Раскладушка, логический компрессор драгоценных камней. Ну, такой стартовый набор, ручной сортировщик. Это нам придется потом купить. Карта, ремонтный набор, логический рычаг, ледоразбавитель, что? Тает лед, чтобы производить воду. Необходим для питания конвейерных систем в Алкалидусе. А выход воды отключается, когда передается логическое значение 0. У нас тут воды нет, короче, есть лед. Вот она что, да? Значит, получается, мы будем воду получать из этого ледоразбавителя. Каменный обогатитель. Очищает твердый камень до получения пригодных блоков. Заполняет твердым камнем до достижения логического значения. Блин, друзья, я, честно, я забыл. Но у нас этого ж не было. Это что-то новое добавили. Воронка-то понятно. Так, ну понятно. Подождите, я вот не пойму. Если у нас вода используется в качестве источника энергии, да? Тогда зачем у нас лавовые трубы? Приносит лаву, уменьшает давление лавы. Пока что не пойму, ладненько. Давайте глянем, что-то еще тут есть. Там причальчик и ничего. Кузнецы? Тут кузница, да? Слушайте, ну он сказал, что тут у нас какой-то ювелир есть. Я пока что его не вижу. Допустим, он есть. А, вон он, я нашел. Сток маркет. Так, тут у нас продается, точнее, мы можем продать всякие, ну, вот эти мечи, топоры, кинжалы. А золотого украшения, не знаю. Эй, там. Ладно, короче, не будем тут задерживаться, поехали дальше, выполним задание, получим первые монетки. Они пригодятся? Пригодятся, потому что, когда мы начинали прошлое прохождение, я начинал с рыбалки. Выгодно с помощью рыбалки поднять бабло, а потом на это бабло уже развивает свой бизнес. А тут получается, ну, рыбалки нет. Выполняем сейчас тупо задание. И немножко заработаем лежат. Вот сейчас 200 баксов мы заработаем. 200 этих монеточек. Вот он, друзья, мы подъезжаем к перекрестку. Сейчас посмотрим, что тут у нас написано. А что это такой камешек прикольный, прозрачники? И, кстати, еще вот эти маркеры были переработаны. Видите, у нас направление. Туда это причал, туда это ювелир. А туда это у нас какое-то поселение. Наверх это у нас молот, кузница, с помощью которого мы будем делать предметы такие же, как мы на стартовой локации делали в пещере, вот этой пещере, где тоже лава, кстати. Вот, ну и копалка там, где-то в той стороне. Так, нам надо ехать туда, к городу, но по пути мы сейчас сочетаемся с заданием. Вот она стоит, Эльзи. Так, тихо. Не переворачиваемся. Давайте берем этот ящик и отдаем ей. Здравствуйте. Эльзи, да? Точно. Я тут брожу, жду свою посылку. Серьезно? На. Да не повредил. Я же не Эйс Вентура. Ожидание ставки 200 баксов. Давай сюда. Ой, сразу же, короче, мне дают новое задание. Можешь мне, пожалуйста, помочь отвезти еще что-то? Сейчас погодь. Я сейчас денежку скину сюда. Тех, кто не знал, в игре нет у нас инвентаря. Мы можем только носить все на руках. Можем погреться на костре. Прям вообще погреться на костре. Так, что надо? Теперь нужно
на новую поляну доставить майору Осберту. 250 гидратиков дают, замечательно, спасибо, давай. Да я понял, что уже доставить. Ехать нам, короче... Ехать в город. Ладно, не буду смотреть по карте. По карте, конечно, там показано, что нужно ехать в город. Выезжаем на нормальную дорогу. Потом будем кататься на лаве. Вот, получается, от него мы едем прямо в город. Там, где у нас купол. Купол, я так понимаю, это у нас... Купол. Внутри которого тепло и можно ходить в этих трусах. Ну, сейчас посмотрим. Если ошибаюсь, тут даже совсем другая музыка. Не то, что там на начальном... На начальной, короче, локации. Да, друзья, мы приехали. У нас тут купол. Заезжаем. Прям перед музеем стоит чувак. Если ошибаюсь, вот ему надо сплавить все это барахло. И тут, получается, вот самый большой город, где мы можем покупать, выполнять задания и много чего полезного делать. Так, майор Осберт, это ты, да? Давайте уходим к майору и отдаем ему вот эту посылочку. Здорово, чувак. Да я понял, на. Спасибо, 250. И также он нам дает задание. Но пока что подожди, братан, я пойду поброжу по местности. Так, у нас уже 450 монеточек. Ну что ж, давайте начнем, наверное, отсюда, магазинчики. И вот как раз таки вот тут я когда первый раз подошел, я охренел, думал, что это за тиры. 1, 2, 3. Заткнись, пожалуйста. Где у нас, видите, мы можем приобретать здание или что-то в этом духе. Короче, смотри, ювелирное строительство ящика. Используйте для построения магазинов New Glade. Бросьте на пустую строительную площадку, чтобы начать. Строительный ящик для строительства. Что-то там, за... он что-то сказал на новые транспортные средства, да, где-то там у нас. Так, ну, короче, вот эти вот разные ящики у нас для строительства. Строительство, короче, касса для билетов, строительный ящик. Офигеть. Коробка для строительства магазина уровня 2. Строительный ящик для строительства магазинов уровня 3. Короче, очень интересно, но нифига не понятно пока. Так, тут у нас появляются вот новые какие-то там оборудования. Лавовый сборщик разбивает лед и скалы льда на ресурсы, получает урон. Ну, как обычно, лава бурения. Работает быстрее с более высоким давлением лавы. Чем глубже копаешь, тем... Лучшие ресурсы, но это что-то мне напоминает уже. Лавобурение, еще одна штука. Да? Одинаково, две штуки. Доска задач. Храните заметки о задачах для удобного отображения. Вот это, кстати, правда, прикольно. Вот поставил, чтобы вот эти бумажки постоянно не раскидывали по всей своей базе, по всей своей локации. Вот так, на доску повесил и смотришь, считаешь свои задания, которые ты принял. Так, ну это понятно для инструментов. Тут это покупка, погнали дальше. Дальше у нас, ну, в принципе, труба для подачи лавы. Мы с этим уже сегодня встречались. Лопата, покупки. Да, это мы все видели. Так, ледоразбавитель. Да, это у нас там было. Обогатитель. Был же, да? Что-то вот не помню. Да, был. И также тут у нас различные полы, весы. Это надо будет обязательно купить. Тигель, молот. Понятно. Что ж, в принципе, это все магазины, или тут еще что-то есть. Также тут у нас есть сток-маркет, где мы можем сдать драгоценные камни. Да, и что-то тут у нас хорошее, прям акция на них поднялась. Также мы можем сдать здесь ожерелье, либо кольца, замечательное. И вот, как всегда, у меня сейчас ничего этого нет, а цена для них возросла. Музей. Пока что, не пойму, может быть, также надо строить как-то или что-то с ним делать. Дай мне кости, не забудь их коробку. Я даже не знаю, где взять кости. Ну, можно отжать от какой-то у какой-то собаки. А для чего тебе вообще кости нужны? Где их брать? Пойди, найди кости гидрозавра. Гидрозавр? Серьезно? Гидротиранозавр. Офигеть, гидрозавры еще в игре появились, а? Так, ладно, короче, давайте тогда едем на выход. Нам... А, подождите, мы же не приняли задание. В Бервилл нужно отвезти вот эту посылочку. Сколько дают? 300 уже, нифига себе. Значит, Бервилл. Давайте посмотрим, где у нас находится Бервилл. Бервилл, Бурвилл. Вот, находится вон. Восклицательный знак. Короче,
нам нужно ехать, выехать из города, повернуть направо, потом... Ой, то есть налево, потом направо. Проехать два моста. Все, я вас понял, погнали. И по поводу строительства зданий, да, друзья, вот... Я сейчас проехал... Проехал и забыл вам показать. Видите, вот эти пустые участки? Скорее всего, здесь... Вот и располагать нужно вот эти здания строить. Я так понимаю, это по всей карте. Ладно, погнали, посмотрим дальше. Поедем. Отчитаемся. Вы видите, вот пустой участок, вот пустой участок. По-любому что-то тут надо строить. Так, тихо. Все, погнали. Так, туда участок. Ну, нам, в принципе, сюда и нужно выехать. Блин, приятная музыка. В основной игре такого нету. Смотри, у нас даже есть северное сияние. Прикольно. Короче, едем прямо. Сначала у нас будет поворот налево. Я, в принципе, уже вижу мост. Потом проезжаем два моста и поворот направо. Так, а прямо у нас получается копалка. А вот сюда у нас поселение. Замечательно. Поворачиваем налево. В принципе, заблудиться тут, думаю, вообще не знаю. Невозможно. Вон, я видел поселение, сейчас тогда будем поворачивать направо. Вот только сейчас обратил внимание, что идет снег. Так, что это валяется? Блин, а может быть какие-то тут пасхалки, там что-то еще есть. Видите, вот что-то валяется. Опа. О, видали, друзья, ребро гидрозавра я нашел. Офигеть, так мы сегодня еще и археологи. Да, мы еще и археологи. Нам, короче, нужно найти кость. Кость. Тихо. Я как так сделал? Нет, подожди, ребро. Ребро, куда ты делась? Мне пофиг на посылку. А, вот она. Все, погнали. Ребро нашли, прикольно. Этот у нас тут такой маленький городок. И посмотрим, что у нас тут продают и кому надо что доставить. Вот Бервел, кому? Фредерик какой-то. Так, ты Фредерик? Нет, ты не Фредерик. Или Фредерик? Фредерик. Тогда... Сейчас, подожди. Фредерик Людовик. На тебя посылочку. Да, оно. 300. Давай. И отличненько, еще одно задание у нас появляется. Поедем, посмотрим, соответственно. Так, подожди, Кью. До сих пор, ну, трудно тут свыкнуть к этому управлению, но свыкнем. Офигеть, у нас уже 750 монеток. Так, разрушенная застава. Поедем туда, сейчас за это нам дадут 500 гидратиков. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Слушайте, ну тут мы можем вообще себе возвести какой-то ледяной этот купол. И там в нем жить, прикольно. Вот это вообще прикольно, я уже даже горю желанием построить его. Трофей пик Волкалидус, дорогой, изысканный. Чи? Я слеп, что ли? Подождите, я не могу, сейчас протру глазик. 999 999. И Т. Это не деньги, это Т какие-то. Блин, слушай, друзья, ну короче, вот этой цели нужно добиться. Да. Обязательно с кучными достижениями. Почему-то они отключены, но и... Пока не пойму почему. Так, ну это у нас получается металлолом. Это понятно. А тут что у нас? А, тут у нас пошла жара. Вот опять обычный труб. Морозостойкий гидропровод. Ну, понятно, ладно. Крючок для логической пилы. Разные штуки. Вот то, что я как раз таки люблю. Конвейеры. Да. Да, видите, у нас монетка С, а там получается какая-то другая валюта. Что ж. Понятно. Так, груз мы положили, да? Нам ехать... Мы не посмотрели, куда. Разрушенная застава. Так. Короче, нам ехать назад, на то же перекресток, где мы выполнили первое задание, а потом прямо, прямо, да все время прямо, короче. Что ж, погнали, посмотрим на эту разрушенную заставу.
Итак, мы приехали, у нас снова тут развилка целая, и я тут нашел еще один фрагмент динозавра, точнее не динозавра, а гидрозавра. Так, ребро, еще одно, да? Так мы, может, вообще сейчас соберем целого гидрозавра. Так, нам ехать вот сюда, там получается у нас локация для копания, а ехать там, скорее всего, сюда. О, у нас, да, разрушенная, как там... Разрушенная хрень. Застава или заправа. Заезжаем сюда. Слушай, а что там у меня с Славой? Нормально, еще не кончилось, а то мало ли что закончится, и будем потом пешком бродить. Я так понимаю, мы сейчас постили самые основные локации, где мы можем что-то купить, продать, затариться. Еще одна локация. Shattered Outpost. Соответственно, вот по электрике мы можем тут часть приобрести. Давайте, где мы тут станем? Грузовичок он можно приобрести один? Серьезно? А что, больше нет, что ли? Лавовый грузовик. И такой же, как у меня? А что так неинтересно? Я думал, тут побольше будет. Давайте пробежимся по электрике. Посмотрим, что тут интересно нового. Электрика, логика. Ну, это понятно. Все как есть, так и есть. И было. Кнопочки, крутилочки, магниты. Там что-то с магнитами, кстати, как это... Какие-то исправления повыходили, тоже читал я. Логическая печка. Счетчик. Ну, в принципе, тут вроде как все то же самое. Логический контент читателя. Вот этой штуки я не помню. Читает содержание жидкости в плавильных печах, длинных плавильных печах, тяжелых жнецах, выводит его в виде логического значения. Ну ладно. Потом будем разбираться. Ну, тут получается один... А, нет, еще магазин есть. А, нет, мы можем тут продавать слитки золотые. Тут мы можем сделать себе уютный домик. Смотри, как прикольно, коттеджный. Коттеджный вариант у нас. А оружие? Серьезное? Храните свое созданное оружие в надежном месте. А, ну, в принципе, тогда понятно. Но это прикольно, надо будет тоже об этом задуматься. Так, тут что у нас? Снова у нас автоматика, конвейеры. Понятно, да? Ладно. Тележка, сани, да? Разработан для транспортировки предметов. Прикольно. В принципе, вроде все. Там еще что-то есть. Сейчас пойдем посмотрим. Давайте сдадим это, эту посылочку чуваку. Тебе же, да? Алис. А, да, Али... О! Держи. Пятихаточку берем. Так, вы тот гидронир, о котором все говорят? Да, именно я. 1250, вот наш начальный стартовый капитал. Это достаточно неплохо. Можем закупиться и развиваться на какой-нибудь локации. Вот это не пойму, что это такое. Что-то мы сюда кидаем. Что-то у нас происходит. А что? Я, короче, не знаю. Посмотрел видео от разработчика и глянул, для чего нужны все-таки эти камни. Тут у нас, оказывается, какой-то транспорт продается в виде подъемного крана и... Камни, которые вы найдете в мире. Сейчас мы на самом деле не знаем, как назвать эти новые предметы. Короче, вот эти камни мы кидаем на вот эту печку. Их ледяная оболочка расплавится и откроется внутри камня. Этот предмет можно будет использовать при ковке шедевров. Короче... Забавно, мы обязательно все это будем это испытывать, когда уже будем проходить игру. Поехали дальше, посмотрим, что у нас тут есть. И, в принципе, у нас последнее еще место осталось, так это заехать на вулкан. Там, где делаются чертежи. Тут у нас место для копания, понятненько. Место для копания, больше тут, в принципе, ничего нет. Вот, это местечко, сразу рядом лава. Достаточно неплохо. Стоит это место 5000, охренеть. 5000 монет. Ну, зато у нас тут как бы прикольный вид. Блин, я хочу сейчас туда съездить. Лава течет. А ну-ка, можешь скупаться? Чувак немножко возмущается, конечно. Можно попить лаву, да? Вот так. О! Отличный обзор карты, друзья. Мне понравилось. Можно еще? Блин. Давайте попробуем еще раз. Мне понравилось. С помощью вот глотка лавы можно... Посмотреть на карту. Ну?
Так, вулкан. Там был. Блин, ну карта реально огромная. Она гораздо больше, чем стартовая. Вот мы, кстати, сделали обзор. Прикольно. На вулкане там возможно делать не только чертежи, а также там есть место для копания. Сейчас мы это все дело заценим, посмотрим. Блин, что я так вожу? Наверное, от непривычки просто. Хотя, да, там же разработчик что-то добавил. Изменил механику управления транспорта. Добавил крутящий момент, ну и все в таком духе. Так, что ж, нас сейчас ждет, скорее всего, ждет серпантин. Мы будем кружиться, да, чтобы туда заехать. У нас осталось полбака лавы, я думаю, нам этого хватит. Ну, если что, тогда пешком пойдем. Итак, заезжаем на этот вулкан, поедем, посмотрим. А потом попробуем как разогнаться и спуститься с него. Блин, классно вообще. Там наверху, наверное, обзор такой шикарный, всю карту видно. Главное не свалиться никуда, иначе, мне кажется, будет печально. Смотри, даже тут пепел есть, серьезно? Разработчик даже это продумал, класс. Так, заезжаем сюда. О, тут у нас лифт ходит, серьезно? Быстрей. Отличненько, успели на лифт. Вот, а куда нам выезжать? Скорее всего... Не знаю куда. О, сюда, прям быстрей. Давай, крутящий момент добавили. Не добавили, нифига. Оп, стоять. Ну там, скорее всего, может какие-то задания выполнять. Давайте выйдем, поздороваемся хотя бы. Привет, чуваки. Ты чувиха или чувак? Уплыл прочь. Какие-то они не особо разговорчивые. Итак, вот у нас кузница, или как это хрень называется, где мы можем делать чертежи. То есть все, что мы делали на стартовой локации, только внутри какого-то саркофага. То есть куда-то мы ставим предмет, наверное, сюда. А, вот сюда слиток кидаем, да. Там, да, туда мы ставим предмет, который мы хотим сделать. Сюда кидаем слиток. А вот, выливаем и... Не знаю, где тут кнопка, друзья. Короче, будем изучать это потом. Может быть, тут кнопка вылезает. Хрен его знает. Короче, там у нас так... А, вон, рычаг, я увидел. Вот он. Сейчас подойдем. Вот. Ну, сейчас, естественно, он не работает. Итак, в принципе, это самый верх карты. Самая вершина этого мира. Оп. Приятная, теплая ванна. Надеюсь, это тут не смоет нас. Нет, нормально все. Вау, друзья, вот это вид. Вот это я понимаю. Шикарно. Вон он город, за который сейчас чуваки вот это писали, что его смыло лавой, да? Вы видите, он под куполом стоит. Блин, классно вообще, блин, обалденная DLC-шка. Мы можем, конечно, сократить путь, чтобы не спускаться, не ждать лифт. Сейчас попробуем проехать. Лишь бы у нас славу хватило. А можно как-то залить ее? Тут нет? Вот я, кстати, был там на локации, да, копания, и там, куда я в лаву сейчас под лаву становился, по струю. Вот можно было туда заехать по струю и попробовать заправить грузовик. А так я не вижу. Может быть, внизу где-то можно заправить. Сейчас посмотрим. Ой, мы утонули. Ну, приятного падения, короче, как говорится. Все, нормально, друзья. Превосходно. Я думал, мы заправимся, но не получилось заправиться. Ну-ка, ну заливайся, лава. Не заливается. Походу, только с ведра можно таскать. Офигеть, серьезно, друзья? Тут что-то происходит. Тут типа метели или что-то в этом духе. Прямо аж, смотри, как стало пасмурно, туманно. Так, тотал... О. Тотал вес. Это какие-то весы, что ли, непонятные. Прикольно. И смотри, там, где мы бежали, был туман. И на карте, кстати, он, видите, тоже изображен. И тут находится Баренц-Харбор. То есть какой-то еще причал, который ведет нас на этот вот остров. И, судя по описанию, там у нас продаются тачки. Блин, друзья, ну мы обязаны это посетить, проверить, что там у нас продают. Короче, чтобы видос не был слишком длинный, я доберусь сейчас до этого Харбор, Баренц, и отправимся с вами вот на этот остров. Я так понимаю, тут у нас будет ходить какой-то транспорт, может судно какое-то будем отправимся. Надеюсь, без загрузочного экрана. Ну что ж, погнали. Знаете что, друзья, я уже жалею, что бросил грузовик. Я просто не оценил масштабы этой карты. 6 раз больше стартовой локации, это вот просто реально.
там стартовую локацию мы пешком бегали, вообще проблем не знали. То есть мы могли даже бегать в магазин на другой, на другой стороне острова. А тут офигеть. Я вот, чтобы добежать от вулкана до этого причала, я чуть с ума не сошел, не знаю, минут, наверное, 5 прошло. Охренеть. Он где-то тут у нас причал, я пока вообще ничего не вижу, но веточка была. Вон, что-то там нарисовывается. Тут еще туман, видите, дорог и не видно. Приходится все на ощупь бежать. Так, вот у нас еще одно местечко. Так, куда бежать? Сюда? Тут у нас ни магазинов, наверное, ничего нету. Просто одна лодка, ну да. Вот там какая-то баба стояла, давайте посмотрим одним глазком. Или мужик стоял. Что тут у тебя интересного? Снежки играешь, да? Ну, ладно, в принципе, понятно. Давайте сейчас отправимся. Отправимся, посмотрим, что же там продают. Не нажимается. Смотрите, у нас красная херня горит. А почему? Взял с собой грузовик. Может быть, там все-таки нужно платить. Видите, у нас тут отодвинута хрень это. Блин, надо теперь еще попасть. Да. А касса нужно было заплатить. Кстати, а сколько? У меня было 450, 450 осталось. Что ж, давайте залезем наверх, посмотрим, как у нас все это дело происходит. Будет ли тут загрузка, не будет ли загрузка. Ну, пока что вроде я ее не наблюдаю. Так, главное не выпасть отсюда. Потому что потом хрен узнает, как сюда потом попасть. Мне интересно, почем переправа? 450, может быть, в конце пути у нас деньги снимут. Так, вот у нас что тут уже виднеется. Но нам, по идее, должен быть там островок. Или вот этот. А, мы, может, с боком, да, объехали. О, нет, скорее всего, тут у нас все продается, да. Тут у нас прям все цветет, все хорошо. Что там по деньгам? Очень интересно. Короче, с меня ничего не взяли. Так, ладненько, выезжаем. Чтобы я пешком, если честно, забодался бегать. Смотри, у нас, короче, на карте показан значок. Вот. Флага. Может, какие-то гонки у нас еще непонятно. Ладно, конечно, нам ехать сюда. Нужно найти эту деревню или что там у нас. Где продаются эти новые грузовики. Или какие-то вот гонки, что ли, я не понимаю, участвуют. Да, вон, видите, у нас там какой-то трек. Во. Во, друзья, я нашел новую технику. А тоже боялся, что ничего этого не будет. Так, ролик. Байк, нифига себе. Лава таять. Транспортное средство, используемое для прокладки туннели с боковыми лавовыми пушками. Может быстро... Может быть улучшена для компании на более глубоких уровнях с помощью ускорителей. Офигеть, друзья, тут просто жесть. Я просто в шоке, сколько тут возможностей в этой игре. И самое главное, вот как раз таки вот этот кран, с помощью которого можно отыскать вот эти глыбы, которые есть на картах. Вот вначале мы сами видели. А потом их вести и, короче, переплавлять на заводе. Что ж, в принципе, ладно, думаю, друзья, хватит. Вроде все, посмотрели, всю карту объездили. Лавовый грузовик, это понятно, ну пока не понятно, что за гонки, как в них участвовать, тут время, скорее всего, на чем можно будет гонять. Вот, ну об этом, конечно, все попозже мы узнаем, если будем проходить эту игру. Так что, если хотите, чтобы я проходил эту игру, пишите комментарии, оставляйте свои отзывы, в общем, ставьте лайки, если понравился кому обзор. И думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, всем пока.